Трамблмейкер, давай быстрее к нам. Ну что ты боишься? Легко сказать, что боишься. Я боюсь упасть. Здесь так высоко. Как вы туда забрались? Трамблмейкер, да не бойся, здесь здорово. Снимай обувь там, а сюда проходи уже без обуви. Так будет легче карабкаться по горам. Ой, ой, ну не знаю, с чего легче без обуви. Ай! Трамблмейкер упала в воду. Ай-яй, Трамблмейкер, не бойся, мы сейчас что-нибудь придумаем. Здорово, девочки, а можно немножко побыстрее думать? Помогите, помогите. Ой, кто это? Можно я на тебя залезу? Я тут уже долго и не умею плавать. Спасибо. Девочки, девочки, да ну что вы оглохли? Смотрите, Трамблмейкер спасла какая-то плавающая пони. О, как здорово, пока мы придумывали, как ей помочь. Вдруг откуда ни возьмись, появилась плавающая пони и спасла нашу Трамблмейкер, представляете? Девочки, у меня все в порядке. Меня спасла пони. Пони, а можно меня высадить на берег? Фух, девочки, вы не представляете, что со мной произошло. Спасибо, пони! Ого, а я тоже хочу покататься на пони. И мне кажется, пони зовет нас всех покататься. Пойдемте скорее. Поехали, пони! О, что это девочки там делают? Катаются на пони? О, девочки, можно я с вами? Я тоже хочу! Джонни, ну это наша пони, и она будет катать только нас. Ах так? Ну сейчас посмотрим, кто кого катать будет. И почему это пони только их, а не общий? Ловите! Ай-яй-яй, Джонни, что ты наделал? Пони испугалась этой твоей краски и сбросила меня. Что теперь делать? Джонни, может ей нельзя плавать в воде, в которой эта краска? Может она ядовитая? Ай-яй-яй, Джонни, Джонни. Девочки, ну я же спросила, можно я покатаюсь? Вы сказали нет. Вот вам еще краски. Девочки, что же делать? По-моему, пони стало совсем плохо в этой красной воде. Джонни, Джонни! Как ты мог? Что теперь делать с пони? Ой, что-то ей правда, кажется, стало плохо от моих красящих таблеток. О, что же я наделал? Что же делать? Что же делать? О, я же на машине. Пони, не бойся, я тебя сейчас спасу. Отвезу тебя в безопасное место, пока здесь вода не очистится от этой краски. Эх, девочки, я на вас был так зол, что я не подумал, что с пони может что-то случиться. Извини меня, пожалуйста, пони. Я сейчас все исправлю. Извини меня, пони. Я не подумал, что сделал. Некоторое время тебе придется провести вот в этом бассейне. Он, правда, намного меньше, чем твой, но там нужно подождать, когда очистится вся вода. Джонни, пони здесь не расплаваться, но хотя бы чистая вода. И чем ты думал, когда бросал краску в воду, кроме того, чтобы разозлить нас?
как тебе не жалко бедную пони? Она такая хорошая и покатала нас сегодня. И ты бы дождался своей очереди. Так нет, сразу нужно сделать какую-нибудь пакость. Джонни, Джонни. Ну хорошо, что ты придумал, как выбраться из этой ситуации. И привез пони в этот чистый бассейн. Не знаю, Трамблмейкер, разозлился я что-то. Вы, девочки, никогда мне ничего не даете. Тут ни Джонни не лезь, тут Джонни для девочек только, тут Джонни туда. А я так разозлился и, не подумав, набросал этой краски. Как раз она у меня была в багажнике. Я все исправил. Теперь пони будет здесь. Вот такая история сегодня произошла, ребята. Мы катались на пони и напроказничал Джонни. Но все исправил. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки и смотрите новые видео. Пока-пока!